Я пыталась стереть Аринин макияж, думала, да, что так не задумано. Мы в цирке Никулина, Никулинский цирк. Кто бы знал, что я однажды буду сюда приглашена не на... На детский утренник? Да. А на вечеринку? На мероприятие приглашена, вот. Сегодня с Дашей прямо эти, близнецы зебры. Арина крутая, она ехала на такси или, я не знаю... Я ехала на метро. Да ладно. Ты говорила, пробка. Нет, я сначала же у меня маршрутка, потом метро, я говорю, это была самая интересная поездка. Это просто инсейн. Типа, Ник соревновали цирк. Я вас знаю, красотка. Ой, привет! Скажи что-нибудь, что ли. Красотка, красотка. До встречи тогда, красотка. Я пойду к своей красотке. Красотка. Мне так хорошо, после Питера. Я 2 вечера жила. Хочу узнать все, по каким квартирам зашлялась. Что там делаешь? Я еще волосы розовые, сахарную вату. Пусть мы взяли сахарную вату, что? И сейчас пойдем в зал. Смотреть на время. Можно, пожалуйста, вот это? Благодарю. Yes. Наши места достаточно хорошие. Мы сидим, едим мороженое. Я люблю сэр. Я не знаю, как тебя снимать. Нет, чтобы можешь... никто из нас не влезал. Максимально вот так. Сидим здесь. У меня детское волнение в душе, потому что я в цирке... Последний раз я была здесь 5 лет назад. Видео тут. Да, значит. Она красит губы, это хреначит эта штука. Знаешь, такой вот. Описывалась от этого, но нам дали подарочки. И мы тут счастливые люди. Вот, и мы сейчас едем домой. Красоточка. Посмотри. Вау. Даша. Смотри, Сис, это ваша девушка сделала. Если Никс способны на такое, на аренду цирка для мероприятия, то представьте, насколько это крутая компания по производству косметики. Хочу всех в кадр, всех в кадр. Эх, не влази. Катя. Ой, не влази, немного. Это будет заставочка. Сдожи прощаемся, сдожи прощаемся. А, ну, приятно видеться, познакомиться. Чудесная Арина и чудесная машина, и Юрий Никулин в топ-киса. So rolling, not a stop, watch shit don't never stop.
Спасибо, все дождь. Такси поспала несколько раз, потом поспала несколько раз в такси еще раз. Она, короче, решила в Москве в дождь, в рабочий день поехать на такси. Ну, типа, даже москвичи такую роскошь себе не позволяют. Потому что я еду в Хабаровске. Живу. Мозг остался в Хабаровске у себя, видимо. Ну, что-то вот так, мы купили пончики 3 плюс 1. О май гад. Мне просто Вероника платила ужин. Буквально. Стоп. Поворачиваемся, ресничка. Ресница хорошо. Осыпаешься. Смотрите, пожалуйста, на эту прелесть просто. Это с нутеллой. Смотрите на эту прелесть. Не знаю, с чем она, но тоже прелесть. Знаете, что классного, когда у тебя прекрасный такой собеседник, и сейчас уже 11 час вечера, мы только двигаем с диванов. Ой, ёшкин, нет, 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 нет. Мы нашли зеркало. Какая ошибка, потому что сегодня я буду есть очень много курочки, и в итоге я сделала себе темную помаду. В общем, я собираюсь и должна уже выбегать на такое мероприятие, как KFC Food Battle. Короче, Даша в чемодане забыла еще с Питера сумку, один шлепок и пояс от своего комбинезона, поэтому я еще это повезу сейчас на этот батл. Если говорить немного о моем аутфите, то это вот так выглядит, как бы джинсовка, зеленая майка, мои фаворит штаны, там будут белые кроссовки. Но это просто моя жизнь немножко. Идем с Вероникой. Мама посмотрела на меня этим утром и сказала, нет, стирай темную помаду. Нельзя появляться перед мамой перед выходом. Тусовка. Тусовка. Может, это тусовка, потому что еще день. Да, история краткого разоблачения. На переписке можно сделать вывод, что Вероника ужасный человек. О, боже мой, я такая блестящая. Я знаю, почему здесь нету дискошара, потому что здесь есть я. Зачем он тут? Если ты это выйдешь с Вероникой погулять, так ты хрен с ней погуляешь. Что за цыпы там? Здравствуйте. Там курочку дают. Беги оттуда, курочка. Бегом. Там. О, у нас курочка. Приятного аппетита. Все. Как вам? Тусовка. Подписывайтесь. Что? В общем, мы ходим просто по закрытой зоне. Мы постреляли, и типа, ну это такое веселье, конечно, очень классно. Конечно, когда ты выигрываешь меня в футбол, когда ты больше забиваешь, чем я. Эй, бегу, беги просто. Мы сейчас пойдем на Элвана. Не устали? Не, нормально. Космос так близко на расстоянии обеда. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Всем присуток!